Всем привет! Наконец-то мы получили профессиональные акустические системы. Это обзор на колонку Eltronic RC15A. У нее сабвуфер 15 дюймов и 8 высокочастотных динамик. Она составная из двух частей. Сабвуфер и на стойке идут вот эти высокочастотные динамики. Сейчас ее поближе посмотрим и послушаем. Вот так выглядит стойка. Через решетку металлическую видно динамики. Крепится она на штатив. Штатив вкручивается в колонку. Можно еще выше поднять. Вот сейчас она на уровне 2 метров. Можно ее пониже опустить, повыше поднять. Работает она от сети 220 вольт. Подключиться можно микшером и через Bluetooth. Вот Bluetooth кнопки, вот эквалайзер. Так выглядит панель управления. Соединительный шнур от буфера к высокочастотным динамикам. Корпус у нее деревянный. И у буфера, и у высокочастотных. Выглядит она суперски. Играет она еще круче. Сейчас ее включим, отойду метров на 60, на 70, послушаем. Я обратил внимание, что пишут, плохо слышно звук. А слушайте лучше всего в наушниках, потому что бас слышен именно в наушниках. Через динамик телефона он не передаст. Фотографию с подробными характеристиками я сейчас оставлю. Вы можете на паузу поставить и посмотреть. А сейчас я включу на Bluetooth музыку и отойду вот метров 60-70. На колонке я уже по максимуму выставил звук. Включаем. Прибавляем. Глубокий, насыщенный бас. Здесь отметка 50 метров. Очень громко, сочно играет. Можно еще дальше отойти. Вот 70 метров. Прекрасно слышно. Звук насыщенный, бас очень мягкий. И сейчас еще проверим эту колонку на одной из самых знаменитых песен группы Queen. Посмотрим, как она по басу выдаст. Somebody better put, please. We will, we will.
Тут даже говорить нечего, просто эмоции переполняет. Очень громко, сочно, хорошо играет. Это надо просто слушать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будут еще несколько новых моделей. Тоже я думаю, что они вам понравятся.